устранен успешно. Для прослушивания кликните на изображение. Ты меня любишь? А ты со мной будешь? Простая девчонка по имени Оля была далеко не отличницей в школе. Она видит мир на своем мониторе. Там ее жизнь, там ее территория. Выходит из дома всегда с ноутбуком. Ей очень нужна эта хитрая штука. А в сумке с собою для плеера флешки. Она знает где, есть Wi-Fi в кафешке. Зато не знает выходных и праздников. И день и ночь сидит на одноклассниках. И неустанно кликает мышкой. Общаюсь с Сашкой и Мишкой. Она не знает выходных и праздников. И день и ночь сидит на одноклассниках. Она едва справляется с Аськой. Онлайн общаясь с Лехой и Васькой. Ее новый мир заменяет реальный. Она уже за окном там творится, не знает. Всегда что-то грузит и что-то качает. Попалась девчонка в широкие сети. И сутками просто сидит в интернете. Находит там фотки и видеофайлы. И шлет всем друзьям и подружкам на майлы. Она не знает выходных и праздников. И день и ночь сидит на одноклассниках. Неустанно кликает мышкой, чтоб поболтать с подружкой Иришкой. Она не знает выходных и праздников. И день и ночь сидит на одноклассниках. Засела за компьютерным столиком, чтоб пообщаться с Димой и Голиком. Человек докатился, в дикаря бы опять превратился. До того б человек докатился, в дикаря бы опять превратился. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было школ, до чего человек бы дошел?